Каким должно быть правильное сознание, чтобы служить вайшнавам? И как развить это сознание? Ну, знаете, правильное сознание, в котором можно служить вайшнавам, это не совсем правильный вопрос. У вас должно быть особое настроение, сознание, что вы хотите служить вайшнавам. Можно сказать, что вы должны иметь сознание, вы должны понимать, какие прекрасные эти вайшнавы, и поэтому я хочу им служить, потому что они заслуживают этого. А я низкий человек, поэтому я определенно должен служить им, потому что они лучше, чем я. Это вот такое хорошее, правильное сознание. And how do you develop that consciousness? Well, а как развить такое сознание? I would say you sort of, you just got to train your mind a bit, start thinking like this. Вам нужно просто тренировать свой ум, чтобы он так думал. Sometimes I've advised devotees. Иногда я советую преданным. Старайтесь запомнить 64 качества преданных. 26 качеств преданных. И когда вы наблюдаете за преданными в течение дня, особенно это касается тех, кто живет в храме, старайтесь заметить эти качества, как эти преданные обладают этими качествами. Хотя бы какие-то из этих качеств попытайтесь увидеть. Try to appreciate devotees in those terms. Если вы будете таким образом ценить преданных, тогда у вас будет вдохновение служить им.